Здравствуйте! Меня зовут Надя Туманова, и я из Москвы. Я свободно говорю на английском языке с американским акцентом, так как 3 года прожила в Лос-Анджелесе. Я закончила Нью-Йоркскую академию киноискусства по специальности актриса кино. Снималась в короткометражных фильмах и известных американских телесериалах, таких как Criminal Minds, Transparent и NCIS LA. Мне посчастливилось принять участие в фильмах «Светская жизнь» и «Ла-Ла Ленд» и поработать с известными актерами и режиссерами Голливуда. Получив этот бесценный опыт, я вернулась в Россию, где успешно продолжаю сниматься в кино, рекламе и на телевидении. Я вижу себя актрисой, играющей сильных, ярких и умных женщин, как это делают Мишель Уильямс, Рэйчел МакАдамс и Кейт Уинслет. Я хочу, чтобы мои роли отражали степень моего таланта и приносили счастье и радость зрителям.